92 юных спортсмена из Красногорска, Балашихи, Калуги, Голицына, Зеленограда, Москвы и Химок от 8 до 13 лет приняли участие в фестивале единоборств «Боевое наследие». Организаторами мероприятия выступили Общероссийская организация по развитию смешанных единоборств ОСЕ и спортивное объединение GM Promotion. Кроме того, ОСЕ является спортивной дисциплиной и включает в себя ударную технику и технику борьбы в стойке. Среди выступающих ребят были как новички, так и опытные бойцы. Я занимаюсь ОСЕ, смешанное единоборство, уже почти 6 лет. Я переживал, но я просто не ходил месяц на тренировки, и вот сразу пришел на соревнования. Не ожидал, что получу второе место, думал, вообще ничего не получу. Данный фестиваль здесь проходит первый раз именно такого формата. То есть первый у нас выступают дети младшего возраста, 8-9, 10-11, 12-13 лет. И далее мы проводим пробои, уже ребята взрослые. Турнир приурочен 90-летию Московской области. Ну и, так скажем, Дню Победы нашей великой, 9 мая. Помимо юных спортсменов, побороться за победу прибыли 20 профессиональных бойцов смешанных боевых искусств. Все чемпионы и призеры получили свои награды. Екатерина Сусенко, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».